Здравствуйте, ребята! Мы рады приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. И сегодня мы с вами сделаем такую замечательную медузу, для которой нам понадобится цветной картон, атласные ленты, карандаш и клей. Давайте с вами приступим. Я сделала заранее заготовку из картона. На нем мы должны сделать дырочки при помощи дырокола. Вот так у нас с вами должно получиться. А теперь в каждую дырочку мы с вами будем вставлять ленты. Ленты я использую атласные под тон картона. Нам понадобится 6 штучек, каждая длиной примерно по 25 сантиметров. Делаем вот таким образом. Делайте аккуратненько, чтобы краешки у нас с вами были ровненькие. Берем следующую ленточку, сворачиваем аналогично пополам, вставляем и затягиваем. Вот так у нас с вами должно будет получиться. Далее мы украшаем нашу медузу. Далее мы приклеим нашей медузе челочку. Заранее я сделала вот такую заготовку. Промазываем клеем и приклеиваем. Также я вырезала заранее глазки, тоже их приклеиваем. И рисуем нашей медузе улыбочку. Вот такая счастливая медуза у нас с вами получается. Смотрите, друзья, надеюсь, у вас получится медуза еще лучше. До свидания, до новых встреч!